Всем доброго времени суток! С вами Наташа, Секреты Канзаши. И сегодня я покажу, как можно сделать вот с такими наклеечками, термонаклеечки, которые мы делали раньше, маленькие симпатичные бантики. Такой бантик один получается примерно сантиметров 7. Сейчас точнее скажу. Да, даже где-то 6,5, ну, 7. Бантик на первые хвостики. Для изготовления таких бантиков понадобится узкая лента. Лента размером 2,5, получается, сантиметра. Ленту я взяла. Оттенки голубого, розового и белые. На белую наклеила вот такую наклеечку. Куколку Хайрата Раблс. О, проговорила. Кому эта идея понравилась, смотрите видео.